Пока Таня принимает решение, что сказать, врет. Здесь есть четкая логика. Это же не математика, где что-то может быть приблизительное. Танечка, вы можете карту отложить? Здесь все очень просто. Когда у человека есть альтернатива, он выбирает. Когда он врет, а ему начинает отрезать палец за пальцем, там, опиливать ногу за ногой, у него есть выбор. Либо продолжать упираться, то есть врать, либо сказать правду. А вот когда он уже сказал правду, а ему все равно не верят, и продолжает отпиливать то, что отпиливается, а у него же выбора нет, но он же все мог сказать. Вот уловить момент, когда человек перестает принимать решение. Пока Таня принимает решение, что сказать, врет. Как только вы чувствуете, что она уже никакого решения не принимает, да, тогда это правда. Понимаете? Разные энергозатраты.